Доброго здоровья, я немножечко повыпендриваюсь, а именно решил поснимать на Canon Mark III. Canon Mark III. Запускаем на ваших глазах все, что тут у меня имеется. Батареек у меня мало, поэтому надо будет делать все побыстрее. Так, куда это положить? Все эти прибамбасы. Привык я вот на такие вот штучки писать. Милое дело. Без всяких яких, а тут отдельно звук. Ну, картиночка, конечно, приятная. Приятная, вот я смотрю. Приятная. Итак, поработаем с вашими замечаниями. Так, панель эффективности. Что тут у нас эффективно? Комментарии. Потихонечку работаем, знаете, так сказать. Так, Вадим Лагрин пишет, хорошо, мол, красота, это так и надо. Два дельфина во дворе метелица, два дельфина еще. Стихотворение. Так, повар без диплома. Так, дорогой Геннадий Петрович, не знаю, куда вам написать, надеюсь, прочитайте здесь и поможете советом. На фоне приема противопаразитарных трав появилась сильная крапивница. Что делать? Раньше такого не было. Ну, смотрите, когда появляется сильная крапивница, это говорит о том, в основном о том, что здесь может и печеночка начинать чиститься, потому что, как правило, противопаразитарные травы, они горького такого вкуса, и как раз они стимулируют работу печени, поэтому когда много слишком выбрасывается из печени, то появляются вот такие вот крапивницы. Значит, что делать? Что делать? Ну, в первую очередь, противопаразитарные травы прекратить принимать, да, это же очевидно. И очень хорошо для того, чтобы помочь печеночке, это денька три поголодать. И крапивница быстренько исчезнет. Ну вот так вот, такая от меня рекомендация. И, кстати, куда писать? Вот сюда и пишите. Я, как правило, не такое уж большое количество ваших комментариев, упоминаний разного рода. И я практически все читаю. Привет из Перми, спасибо. Вот Алекс написал, дядя Гена, красава, на 11 декабря. Сделал мою субботу, спасибо от души. Не знаю, к чему это написано. Возможно, там блюдо я приготовил. Евгений Гитарный, он почему-то пишет следующее. ГП инопланетянин. Хотите, докажу. Очень просто, он не болеет COVID-19. Посмотрите на свое окружение. Все те, кто не болеет ковидом и не болел, тот с другой планеты. Как определить? НЛО. Очень просто. Я уже год мучаюсь от ковида, не чую ни запаха, ни вкуса. И весь год страдаю от боли в ЖКТ. От боли в ЖКТ. Ну, смотрите, как-то я за собой не замечал инопланетские наклонности. Хотя каждый из нас со своими странностями человек. Но тем он и хорош, что каждый человек по-своему отличен от других. И так и должно быть. Вот. Что касается ковида, я уже как-то писал, что в том году, где-то в ноябре, я болел. Болел так своеобразно. Мы позанимались гравитационной гимнастикой, и как раз вот мой, с кем я занимаюсь, Игорь, он как раз что-то там, простуда была или еще что-то у него-то такое. Ну, короче, вот, он до этого болел. И после того, как мы с ним позанимались, я чувствую, пошло, что-то у меня такое. И болезнь заключалась в следующем. У меня в основном, знаете, чистился кишечник. То есть я, так сказать, поносил, потом у меня была температура. Ни обоняния, ни вкуса, чувства вкуса я не терял. Немножечко потом переболела жена. Вот. Она еще легче переболела, там как-то по-своему. И все.
Я не обращался вот конкретно к врачам, чтобы они определили у меня там по тесту, там не сдавал, что ага, вот, значит, у тебя вот это вот заболевание и так далее. Поэтому я не могу сказать, болел я, не болел, но то, что было, было. Потом в этом году жестко, вот как раз вот этой вот дельта переболели сын и дочь. Сын, сколько там, почти 40, дочке почти 35 лет. Жестко они переболели, с большой температурой. Мы с ними особо не общались, но контакт был вообще-то. Ни я, ни жена не заболели. Потом что-то такое вот было, но как-то быстро прошло. Вот совсем недавно мы, жена сделала, натушила свеклы, и я съел такую целую пиалку. Она говорит, ну надо же доедать, надо же доедать. Ну я доел. Она съела, я съела. Вот, и ее пронесло днем хорошенько, а зато меня начало проносить ночью. Ночью, знаете, вот я вставал несколько раз, и потом вижу, камушки даже пошли. То есть своеобразная чистка печени. Пошли камушки, вот эти вот зелененькие. То есть вот такое вот было. Это совсем недавно, ну, примерно, наверное, где-то неделю назад, может быть, чуть больше. Вот такая вот чистка печени с помощью с вот этой вот тушеной свеклы. Больше мы особо ничего такого не ели. Вот так вот нас пронесло. Вот. Так что насчет инопланетян, вы как бы сказать это. А, вот интересно, я Ирину, как Подзорова, по-моему, контактер с инопланетянами, Project Кассиопея. Я сейчас смотрю, вот с самого начала начал, чтобы разобраться. Что я хочу сказать? Я из всего, а я уже прослушал где-то, наверное, 30 с лишним выпусков, для себя примерно, ну, если процентов 10 что-то там такое я, ну, нашел, или как бы сказать, вот, что-то мне было интересно. Все остальное я знаю. Потому что я читал там Блаватскую и так далее, и тому подобное. И в конце концов, своя голова работает, там элементарные вещи народ спрашивает. Вот. Так что те инопланетяне, которые рассказывают контактеру, Ирина рассказывает через контакт с инопланетянами разного рода, те, которые люди спрашивают, особо ничего нового я как-то не нахожу. Хотя некоторые вещи я для себя уясняю более четко. Вот. Далее, что там у нас есть? Значит, определить, как определить НЛО. Значит, как определить НЛО? Это вот как раз Project Кассиопея. Там на эту тему вы там наслушаетесь и как определить и так далее. Так. Значит, вот он мучается от ковида. Знаете, вот бывают такие вещи, как так называемый сбой в организме. Вот произошел сбой, и все. И организм не может восстановиться на нужную это. Вот когда у вас произошел сбой, вот как с компьютером, что надо сделать? Надо сделать его перезапуск. Что у нас перезапускает? У нас перезапускает голодание. Поголодайте 3-5 суток. Ну, как правило, все это дело будет лучше. Организм как-то восстановит свою работу. Вот именно за счет голодания происходит перезапуск. Мало 5 суток, ну проголодайте 15 суток. В конце концов, смотрите, вместо того, что-то год мучиться, вы это все решите там, ну максимум за месяц. 15 дней поголодали, 15 дней там у вас восстановление. Ну, только все это грамотно должно быть, а не так, с бухты-барахты. А потом еще может быть хуже. Почитайте, как все это надо делать. Я же вам бы прочитал уже свои книги, выставил и так далее. Ничего, ни запаха, ни вкуса. Как раз вот это будет восстановление и запаха, и вкуса. На голоде голод именно очень хорошо восстанавливает все чувства.
все анализаторы, которыми мы пользуемся, обостряются на голоде. И как раз у вас вот это вот будет. Так что, Евгений Гитарный, заделай. Как говорится, все в твоих руках. И надо, знаете, у нас все в наших руках, но то, что в наших руках, мы это не применяем. Не применяем отчасти по незнанию, а те, кто знает, не применяют из-за того, что надо сделать над собой усилия, чтобы это применить. А вот не хочется, а вот лень, а вот, знаете, отговорки. Ну, тогда вот как раз и этот самый, и будет. Значит, год страдает от боли в ЖКТ. ЖКТ также, желудочно-кишечный тракт, он хорошо восстанавливается голоданием, он хорошо восстанавливается питанием. Сколько раз я вам говорил, очень хорошо восстанавливается приемом тмина, семян тмина. Я уже об этом много рассказывал. То есть вот эти все проблемы решить легко и просто. Женя, они решаются. Легко и просто. Я думаю, что что-то у вас связано с тем, что вы просто не можете организовать свою жизнь вот для того, чтобы, будем говорить, восстановить свое здоровье. Организовать свою жизнь – это большой талант. Так, и стихи, и песни круто. Так, радостно вас слушать. Ну, я тут немножечко как бы похвастаюсь. Это очень важно, чтобы стихи без всякого мрачника были, а вот именно, чтобы это было какое-то стихотворение и музыка в виде какого-то настроя, чтобы вы получали какой-то заряд. А не просто там тюли-тюли тролливали и отвалите, и на этом все закончилось. Чтобы были положительные моменты. Вот для этого я и немножечко занимаюсь этими вещами. Так, Ольга Морозова говорит, когда вы работали на первом, у меня есть все конспекты ваших передач. Надо же, их больше тысячи. Мы отсняли больше тысячи передач. Представляете, да. Вот, больше тысячи конспектов. О-о-о. Можно присоединиться к вашему пению. Конечно, присоединяйтесь. Здесь очень важно, смотрите, когда человек что-то делает, вот, и вам это нравится, вы, как бы сказать, настраиваетесь на эту волну. То есть с помощью пения, с помощью, допустим, повторения стихотворений, я ж не зря его говорю, вот это стихотворение «Я мера мироздания», это ж мне оттуда было дано. Я честно и откровенно говорю, я его не сочинил, я его получил оттуда, поэтому это было дано не просто, как бы сказать, через меня, для всех. И когда вы начинаете его говорить, вы невольно начинаете вот встраивается, чувствовать эти вибрации, чувствовать вот эти потоки, вы, как бы сказать, присоединяетесь к этому и получаете тот заряд, который был спущен сверху. Сверху, очень мощный. Я так хочу сказать, когда я занялся вот этим вот написанием красивых слов, и буквально таки меня хватило, наверное, на один день, на один, где-то максимум два дня я их пописал, и я вошел в это состояние, это просто, знаете, вот энергетику добавили, сразу тебе где-то ее раз в пять увеличили, если не больше, раз в 10, наверное, от 5 до 10 раз. То есть ты был на волне такой вот, просто на волне радости ты был. Вот это как раз стихи. Вот, и если вы нормально все это будете делать регулярно, все заключается в том, чтобы все регулярно делать, показывать, знаете, свою приверженность, что вы не просто случайный человек, который забрели там пространство и так сказали, грубо говоря, Богу здравствуйте там, или другим там каким-то высшим силам, а чтобы они увидели, что вы серьезно, не просто так сюда попали, и начнут с вами работать. Ну, это так. Так что это, Ирину Подзорову там, смотрите, Project Cosplay. Ну, еще разок добавлю, я как-то пока не нашел того, чтобы мне надо было вот что-то такого, знаете, существенного. Возможно, мне уже тут и ничего особо и не надо, инопланетянин. Но, тем не менее, кое-что я для себя уясняю еще раз, это очень важно.